Ай, что это было? Ой, ах, моя голова. Ой. Джеки, ты предоставляешь очень много хлопот. Я думал, ухаживать за одним ребенком будет немного полегче. В следующий раз строй башни поменьше. Ладно, встать. О, мои ноги. Что такое? Тебе вытащить? Ну ладно, сейчас я тебе вытащу. Давай. Все, тебе надо поспать и восстановить силы, чтобы в следующий раз мне доставать, да? Давай. Почему ты опять плачешь? Давай. Может, тебе сказку прочитать? Ну ладно, да, сказка была бы не прочь. Так, где она там? Где она? А вот она, жил-был карась, и его звали Карась. Однажды он встретил карася, его тоже звали Карась, Карас Карасович. Они поздоровались, и Карась Карасович первый, как звали нашего главного героя, сказал: «Извольте пройти с вами в бар». А второй карась сказал: «Почему бы и нет?» И они пошли в бар. И тут на них налетела огромная акула. Но один карась бросил в нее вино, и акула сдохла. Да, странные сказки это, конечно, пишут. Ну и все, и кончилось хорошо. Не считая то, что потом карасей поймал рыбак. Ну да, странные сказки. Ладно, стих. Ладно, скажи букву А. Арбуз, аист. Ну, скажи эту букву. Хотя бы тебя букву научу говорить. Давай, буква А. А. Молодец, буква Б. Так, да, буква Б. Б. Молодец, теперь В. В. Молодца. Так, теперь стих. Маленький мальчик мину нашел, рюкзак положил в автобус, пошел. Пассажир на мальчика посмотрели косо. Так, что только колеса. Маленький мальчик по лифту катался. Все хорошо. Да, кнут оборвался. Теперь мама ищет в куче костей. Где же 100-миллионные кроссовки рублей? Маленький мальчик троллейбус угнал. Потом он догнал большой самосвал. Да как ты это делаешь? Теперь мама в больнице ищет 1 статую и килограмм пиццы. Ладно, следующую сказку уже в следующий раз пойду вздремну. Я устал. Пойду вздремну. Уже засыпаю на ходу. Ой, господи, за что это? За что все это доказали? Жеки на соску. Погоди, что так? Что так пахнет? Ой, 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 фу! Ой, можно в обморок упасть. Джеки, в следующий раз говори, если ты хочешь сходить в туалет. Меня зови. Я вырубился. Ладно, сейчас пойду. Все. Вот, это нам не нужно. Так. Ну все, Джеки. Теперь ты будешь чистым спать. Все. Все, спи. Если опять захочешь, зови меня. Так. Это я возьму. Вот это вот, да, чтобы вытереть тут кое-что. Блин, это я забыла. Да я не учу. Так, это мы вытерем. Это мы вытерем. Это мы вытерем. Ой, все. Чисто. Можешь спать. Вот, ух ты, тяжелый. О, все, спи. Ой, спокойной ночи. Ой, ну что за наказание опять? Ой, Джеки, слушай, в следующий раз говори. Ох. Ладно, сейчас я тебе принесу новый памперс. Джеки, я нашел. Вот. О, Джеки. Куда ты опять пропал, Джеки?
Джеки, вернись! Вернись, пожалуйста, Джеки! Куда ты под... Где ты, Джеки? Джеки? Ай! Помогите! Ай! Коты не любят воду! Все, я же говорил, коты не любят воду, даже молоко, когда у них выливают особенно. Джеки, Джеки, ты что делаешь? Нет, Джеки, да нет, Джеки, я бегу, ай, я бегу за тобой, Джеки, не надо, Джеки. Джеки, я тебя поймал, все, больше не рвись, сырань, а, нет, а, нет, ай, ты опять победил, все, я чисто твой, ты такой милый, когда спишь, а не когда бодрствуешь, это точно. Пойду уложу тебя. Тоже спишь? Как-то не очень, чтобы ты сосал палец, давай-ка я тебе соску дам. А то засосешь его. Держи. Держи соску. О, это так мило. О, ладно, не пора ли время для сказки? Итак, маленький мальчик мину нашел, троллейбус положил в... Эй, а ты подписался, лайк поставил? Ну смотри тогда. Тогда смотри. Так. Значит, пассажир на мальчика быстрее косы. Так и закончилась история Марко и Джеки, ребенка и взрослого. Ну, в общем, конец.